Между Азербайджаном и Пакистаном подписан меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству. Церемония прошла в рамках встречи делегаций двух стран. Так, вопросы развития азербайджано-пакистанского экономического партнерства накануне обсудили министр экономики Микаил Джабаров, министр цифрового развития и транспорта Рашат Набиев, министр энергетики Первиш Шахбазов и посол в Пакистане Хазар Фархадов на встрече с делегацией во главе с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, создаваемых азербайджано-пакистанским партнерством для диверсификации экономических отношений двух стран и перспективах реализации совместных проектов. Подписанный Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли Пакистана меморандум предусматривает реализацию соответствующих мер по углублению торговых отношений между странами. Визит премьер-министра Шахбаза Шарифа в Азербайджан знаменует собой важную веху укрепления двухсторонних отношений. Встреча с президентом Ильхамом Алиевым и обсуждение важных вопросов в различных сферах демонстрируют приверженность двух стран к углублению своих связей. Договоренности в области энергетики обеспечат потребности Пакистана. В то же время взаимовыгодное сотрудничество еще больше расширится. Более того, Азербайджан и Пакистан также активно сотрудничают в сфере развития транспортных связей. Две страны согласовали увеличение количества авиарейсов между городами. Это еще больше усилит сотрудничество в области торговли и туризма. Визит премьер-министра Шарифа состоялся в очень критический период для Пакистана. Правительство стремится обеспечить страну энергоресурсами, вносит свой вклад в решение проблемы глобального изменения климата. Визит установил положительную траекторию для дальнейшего сотрудничества и плодотворного взаимодействия между двумя государствами.